Всем привет! Я нахожусь в Фикс Прайс. Предлагаю вам вместе со мной пройтись и посмотреть на полочке, что же он нам приготовил новенького. Новый гель для душа, мицеллярный уход, увлажняющий с экстрактом лотоса. 400 мл, 55 рублей. В принципе, густой. Но читаем состав, и на втором месте сразу же SLS. Так что то, что он мицеллярный, это все замануха. Новый парфюмированный кондиционер для белья. 1 литр. Подходит для натуральных и синтетических тканей. Производитель — город Рязань. В коллекции 3 аромата. Гель для стирки Бимакс ароматерапия, концентрат, 1,5 литра, 199 рублей. Набор для творчества от Лори, роспись по дереву, игрушка, сувенир 5+, зайка с букетом. В набор входит деревянная заготовка, краски, инструкция. В серии с цветами вот такие. Есть серия с транспортом. У нас не вся. Нет у нас боевой машины и боевого танка. И вот такая серия. Цена 99 рублей. Новые зверята. 199 рублей. Мягкая игрушка «Животный мир». Еще жираф желтый. И вот такая коала. Так, а это у нас кто? Динозаврик. Наборы для шитья 77 рублей. 37 предметов. Ножницы, наперсток, 16 иголок, 8 ниток, подушечка для иголок, 3 пуговицы, 6 булавок, нитка-вдеватель. Ножницы в разных цветах. Чехол для одежды с ручками, 60 на 100 сантиметров, 99 рублей. В 3 цветах. Клипсы для полотенец, 8 штук, никелированная сталь, ПВХ, 50 рублей. Мешковать. Появились в продаже наборы платочков носовых, 3 штуки, 30 на 30. Это Иваново, 55 рублей, стирка 60 градусов. Адзувей, 2 пары носочков детских, 99 рублей. Размеры 7-9, 5-7. В разных цветах. Состав 67% хлопок, 33% полиамид, стирка 30 градусов. Я нашла еще размер 3-5. Новые колготки 60 ден. У нас есть размеры 3 и 4.
и они с узором. 82% полиамид, 18% эластан. И это Россия, город Советск. Опять без ценников, извиняюсь. Новинки только вывешиваю, ценников нету ни на что. Новые женские спортивные носки, размер 32-35. Скорее всего, они детские, а не женские. Почему-то висят в женском отделе. 67% хлопок, 33% полиамид, стирка 40 градусов. Это Китай. Расцветок миллион. Носки от Lady Collection, 36-39 размер, 77 рублей. 65% полиэстер, 29% акрил, 4% шерсть. По одному полиамид и эластан. Стирка 30 градусов. Также мужские спортивные носки. Зувей 55 рублей. Размер 41-44. 67% хлопок, 33 полиамид, Китай. Стирка 40 градусов. Расцветки в ассортименте. Набор банок 3 штуки. 199 рублей. Банка 0,66 литра. 1,3 литра. 2,4 литра. Это жесть, Китай. Подходит для пищевых продуктов. Три варианта расцветок. Ну и раз уж мы тут, оставлю свой отзыв вот на эти формы для выпекания. Брать их не стоит. Я выпекаю всегда с кондитерской бумагой. И все равно вот здесь вот у меня все покрытие облупилось. Хотя я ничем не трогаю вообще эти формы. Никакими ни скребками, ничем абсолютно. И все они у меня облезли. Красота какая. Новые конфетницы 20 сантиметров, 199 рублей. Это Kitchen Китай. Она такая большая и классная. Но есть шов. Вот так вот вам покажу. Его видно. Но этот шов вообще не портит такую конфетницу. Тяжелая, правда. Классная. Мне нравится. Набор салатников с крышками. Две штуки. 0,65 и 1,1 литра. 199 рублей. Это также Китай, Kitchen. Опаловое стекло, полипропилен. Запах уксуса присутствует. Куда же без него, если мы говорим об опаловом стекле из Китая. И с нижней крышкой пришлось повозиться. Оделась она не очень хорошо. Вот так вот выглядит с обратной стороны. Не смогла удержаться, чтобы не показать вам все эти баночки. Какая прелесть. Второй комплект. Ну и третий комплект. Вот эта баночка сложнее всех открылась. Думала, ногти поломаю. Так открываются все, в принципе, неплохо. Проблем не возникло. Только вот с этой повозилась.
новое немолоко, рисовое, 1,5%, без глютена. 1 литр. Ценника нету, либо 77, либо 99. Состав поближе. Как и обещала, отзыв вот на этот кофе зерновой. Зерна разных цветов. Здесь 300 грамм, 99 рублей. Когда открываешь упаковку, идет кислый запах. В сваренном кофе он уже не чувствуется, но кофе напоминает Нескафе. Очень горький. Это прям уголь активированный на вкус. Так что я сначала обрадовалась, что 300 грамм за 99 рублей. Думала, сейчас все скуплю. Но нет, больше я к нему не подойду, к сожалению. Новые накладные наушники с микрофоном от Flarx. 199 рублей. Длина шнура 110 сантиметров. Поближе все характеристики. Это Китай ABS ПВХ полиуретан. Срок службы 1 год. Эксплуатировать можно при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Еще черные. И вот такие вот зеленые. Интересно, просто белые есть? Да, вот только посмотрите, какие классные. С ананасами. Может, еще что-нибудь есть? Нет, это все. Какие большие красивые пакеты с блестками. С обратной стороны без напыления. Так, это старая коллекция. Сейчас попробуем найти что-нибудь из новой. Вот еще какие розы. Красота.